Всем доброе утро. Я на минном поле. В общем, подошел к пляжу, недалеко от Турмасова. Вот мои вещи. В районе где-то 40 килограмм. Пришла ко мне новая лодка. Это Hunter 290. В общем, с килем и с жестким полом. Сегодня будет ее первое, так сказать, водное испытание. Предстоит мне пройти по реке Лесной Воронеж в районе 5, наверное, с половиной километров. В общем, ловить буду на джерки. Правда, на маленькие, до 15 сантиметров. Сегодня такой пробный мини, так сказать, вариант рыбалки. Но, правда, рыбалка будет длиться с утра до вечера. Сейчас вот где-то, наверное, около 7 часов утра. Погода у нас сегодня прохладная, около 7 градусов в городе было. Тут, наверное, поменьше чуть-чуть. Оделся так поплотнее. В общем, дошел. Тяжелая, конечно, лодочка. Весит комплект в районе 30 где-то 2 килограмм. Плюс-минус. В общем, вещь такая конкретная. Для одного человека проблематична. Ну ничего, я дошел. Здесь метров 300, наверное, нужно было нести от дороги. В общем, сейчас наряжаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что-то выйдет. А да, забыл сказать. Таксист пожелал удачи. Так что не знаю, получится ли что-нибудь сегодня поймать. Надеюсь, поклевки будут. Плавсредство уже на воде. Вот. Не знаю, не засекал, сколько ушло времени на, так сказать, его снаряжение. Вот. Туман уже сходит с реки. Так что отправляюсь я в свое путешествие сегодняшнее. Посмотрим, будут ли сегодня поклевки, трофеи. Ну, вообще, что-то интересное. Надеюсь, день будет погожий. И рыболовная удача будет на моей стороне. По поводу лодки, кстати. Ну, есть косяки, конечно. Все-таки это бюджетный вариант. Хотя, мне кажется, сейчас в российском производстве где угодно может быть косяки. В общем, килевое такое вот насосное отверстие, можно сказать, где крепится этот, как его, переходник, в общем, для насоса. Клапан, так сказать. В общем, смещено, как всегда, относительно отверстия в полах. То есть придется отверстие в полу немножко увеличивать, смещать в сторону. Так, в целом, лодка, конечно, тяжелая. Когда ее носишь раздельно от пола, еще более-менее она весит 18 килограмм. А когда вместе все собирается, конечно, это одному не очень-то хорошо таскать. Но я, в принципе, справился. Надеюсь, сил на рыбалку у меня осталось. И на финальную ее часть тоже. Так, неужели я с джерками? Наконец-то джерки. А наконец-то хорошее плавсредство. Удобное, можно стоять. Поставил для начала от Шварцзонгера Макмилл. А, нет, это Абу Гарсия. Макмилл Тейл, по-моему, называется. Такой не крупный джерк с большим твистерным хвостиком. Он очень медленно тонет. Здесь вот слева трава, участок с травой. Вот так она играет. Ну, равномерная проводочка, он немножко колеблется. И хвостик довольно-таки крупный. В общем, неспешно играет. Сейчас попробую провести над травой. Здесь сзади меня участок довольно-таки заросший, мелкий. Вот на мелководье буду использовать данную приманку. Снасть у меня, в принципе, старая, ничто не поменялось. Это удилище от Pontoon 21 Harl тестом 2080. Вот. Катушка 4601 C3. Вот зимой это и купил. Поменял на ней ручку. Более такого, большего размера, заказанную на Алиэкспресс. Потому что изначально на этих катушках идет рукоять, ну, маленькая. Мне неудобно с такими ручками рыбачить. Я их меняю. Посмотрим, будут ли сегодня атаки. Трава еще у нас не осела. А вот и Бастер Джерк Шаллоу сработал. Неплохая щучка. Кидал я здесь уже, кидал, она промазала.
забагрилось маленько. И решила кинуть напоследок назад чуть-чуть. И вот она, килушная, прям выскочила откуда-то отсюда. Бастер джерк, классика. До этого пробовал здесь кидать бесшумной приманкой, это с погремушкой все-таки приманка. А до этого пробовал от Палыча такой кастомный джерк. В общем, его пробовал, но безрезультатно. Вот, только поставил буквально 3 заброса, она прям фух, видел, как поклевка, прикольно. Ну вот, первая рыба. Сегодня утро началось. Ух, как брызгается щучка. Ну вот, руки пахнут уже рыбой. Нормально. Зачетная. Ну, вот такой цвет у меня под щуку, яркая такая. Он шалу, то есть плавающий, получается. Я его давным-давно огрузил таким суспендотом на 3 грамма. То есть он медленно тонущий, по факту. На него в своей жизни я поймал первую щуку. Первую, помню, щуку на джерк. Грамм, наверное, на 200 она была. Или, может быть, даже меньше. Такие 2 рывка, 3 рывка. Делаю небольшие паузы. Ну, совсем небольшие, микропаузы. Тут мелко. И вот щучка соблазнилась. Поснимаю онлайн. Здесь вот за поворотом я на этой реке поймал самую крупную рыбу. Тоже на джерк, тоже на бастер. Только, правда, на китайский. Весом она была больше 3 килограмм. Пока на этой речке крупнее я не выуживал трофеев. Вот, это был один раз, тоже по осени. Было уже прохладно. Тоже одна из первых моих рыб на джерке. Возможно, сейчас клюнет что-то посолиднее. Хочу в это верить. Так, идем. Нужно немножко отойти отсюда, а то в затоне с течения ушел. Эта лодка стоит на месте. Дистанция пути не уменьшается. Надо немножко как бы двигаться вперед. Все-таки идти долго. Ага, вот она. Ах ты, сошла. Онлайн поклевка была. Но тоже не очень большая была, тоже где-то в районе килограмма, я так понимаю. Что-то она не засеклась. Попробуем сейчас еще раз кинуть. Ну, вряд ли. То есть вот тут трава. И как раз она вот ждет, щучка. В засаде свою добычу. Ну вот нормально. Значит, утро получается, щучка активная, кормится. Там граница травы, как раз вот там чуть более глубокий участок, и она где-то на границе травы стояла. Второй раз вряд ли соблазнится, если не укололась. Возможно, укололась, что-то вроде как почувствовал сопротивление. Может быть, забагрилась, промазал. В общем, сошла. Поставил свой джерк. Как-то он мне принес несколько поклевок на одном из прудов. Такой 12 сантиметров глайдер. Попробовал до этого другой. Тут слишком мелко для него. Цеплял траву. Здесь периодически кусты попадаются. Вот, скорее всего, где-то за этим кустами прячется зубастая. Ай-яй. Ольха. Ольха мне не нужна. Вот за этими кустиками любит прятаться зубастая. Надо только кинуть в нужное место. Только что была атака маленького глайдера моего производства. Она снизу ударила, но не засеклась. Промазала, что ли, прям вот здесь где-то. Кинул под берег, подсек.
Вот так это выглядит приманочка. Ну, похоже на слайдер немного, только играет немножко иначе. Кинул. Атака. Но, блин, безрезультативная. Только поставил бастер джерк шалу. Тут такая трава. Первый заброс. И опять была поклевка. Опять безрезультативная. Что же мне так не прет-то сегодня? Поклевки есть, а рыбы нет. Бурун такой это, на поверхности остался от щуки. Вот в этом месте она клюнула где-то. Там трава видно. Стоял в засаде. Атака, подсечка. Ну, блин, промахивается она что-то. Наконец-то поклевка в чепурях. Совсем шнурок на бастер джерк. Который тонущая версия. Такой шнурочек. Ай, поводком-то мне не надо палец дербанить. Пожалуйста. Как ты так? Ай-яй-яй-яй-яй, стопэ. Отдай крючок. Так, щучка. Давай, ты мне не будешь буянить. Я тебя сейчас быстренько отцеплю. Быстренько сейчас отцеплю. Оп. Свобода. Кинул прям под берег. Ай. Крючки острые. И она клюнула. Ну, как клюнула. Догнала, можно сказать, поклевки толком и не было. Вот она приманка, такой коричневый, с надписью с какой-то. Подошел к такому интересному месту. Здесь должен быть ручей, впадающий, но, как видно, ручейка не видно. Так, вот тут, наверное, нужно немножко пришвартоваться, если получится это сделать. Поближе к берегу и здесь немножко покидать. Место здесь интересное. Щучка здесь должна стоять. Есть такая ямка. Ямка. Тут и коряги какие-то есть. Сейчас кину несколько раз. Ой! Весло воткнулось в берег. Несколько раз вдоль берега попробую. Первый заброс, как всегда, у меня в чепурях какие-то. Обычно в таких чепурях любит щук стоять. Не хочет. Приманка тонущая, хоть и медленно тонущая, но на проводке она заглубляется. Кинем чуть-чуть в сторону. Речка пока не расширяется, то есть средняя дистанция метров 15-20, где-то приблизительно такой размер реки, ширина. Пошире она будет, но подальше. Пока что нет. Стараюсь кидать вдоль берега зачастую.
не всегда это получается. Иногда кидаю под нависшие деревья, то есть там такие, на мой взгляд, интересные места. Но там почему-то зубастые не прячутся. Ручей пересох, видно, воды мало, и судя по как бы сырому, ага, вот это была рыбка, судя по влажному берегу внизу, вода продолжает падать, ну, то есть уровень воды, только что была поклевка, вот, но никто не поймался. Не захотела она сесть на крючок, рыбка. Была только что очередная поклевка, непонятно какой рыбки. Аж джеркбейт улетел куда-то в сторону, но она почему-то опять не засеклась. Вот веду опять здесь. Видно, наверное, не крупная была. Не знаю, какая рыба. Рыбу саму не видел, главное, все было близко. Джерк. А вот же она стоит, на меня смотрит. Да, полкило где-то. Смотрит на меня. Ну что? Вон она. В общем, атаковала. Она как-то носом в нее ударила, его уж снесло. В общем, удара я не почувствовал при этом. Вон она стоит. А, полкило где-то. Вот в этой коряге, наверное, жила. Тусила. Вот. И потом второй раз провел, она вышла и смотрит. Застыла, но брать уже не стала. В общем, возможно, даже это была не поклевка, а просто она пыталась носом как бы оттолкнуть конкурента. Мол, это мое место, а ты ищи себе другое. Возможно, и такая ерунда. Подходит моя рыбалка к завершению. Осталось не так много места, где можно порыбачить. Уже темнеет. Скоро будет, так сказать, закат. Да, время уже где-то около 4 часов дня. Вот солнце уже скрылось за деревьями. В общем, похвастаться особо нечем. Всего удалось подержать пару рыбок в руках. Но поклевок было очень много. Ну, довольно-таки большое количество. То есть я насчитал в районе 16 поклевок. В основном все поклевки были на Buster Jerk. Вот Shallow, который с суспендотом такой яркий, зеленый. Ну, размер щучек 300-400 грамм. В общем, вот такие я их визуально видел практически всех. Некоторых не видел рыб. Некоторые какие-то выкрутасы делали вокруг приманок. Это я тоже наблюдал.
какие-то непонятные. То есть рыба, так понимаю, планировала с какой стороны атаковать приманку. В итоге ни с какой стороны не атаковала. Несколько раз она как-то заходила, делала виражи непонятные. В общем, вот такая вот рыбалка. Трудовая, то есть забросов было, я не знаю, сколько сотен. То есть я постоянно бросал, даже покушать некогда было. В общем, все время уделил рыбалке. Это с 7 часов до 4 дня. Постоянно делал забросы. С ветром сегодня немножко фуртануло, то есть он иду чаще в спину, тем самым экономим мне силы. В целом рыбалкой доволен, но трофей, конечно, не очень. Сейчас вот здесь порыбачу, вот это место интересное. Потом там идет такой заросший участок, там уже не до рыбалки будет. Там, наверное, уже соберусь и уже на веслах пойду до финала. Потому что нужно еще время собраться, немножко просушить плавсредство. В общем, вот так. И до темноты желательно уехать. А грести мне еще довольно-таки много. То есть тут расстояние еще большое до конца. Вот этот участок интересен тем, что иногда здесь поклевывает рыба. То есть сделаю здесь несколько забросов вдоль берега. Но иногда удавалось здесь поймать щучку. То есть она как бы здесь должна быть. Шанс есть. Основная масса поклевок была визуальная. То есть я видел, как рыба атакует приманку. Но удара в руку не чувствовал. То есть с ударом всего несколько поклевок было. Таких акцентированных щучьих. А все остальные, ну, поскольку рыбки были маленькие, при проводке приманки все-таки есть провис шнура. И они, их атака не способна, так сказать, выпрямить шнур. Атакуют, наверное, они сбоку в основном, хватая приманку поперек. Вот, поскольку сами маленькие, им нужно прицелиться еще. Такие вот дела. Пожелаю вам на ваших рыбалках больше везения в плане хвостов. Поскольку везение в рыбалке — это такая вещь интересная. Она должна быть как составляющая процесса везения. Всем удачи и пока!